Ой, все обычно, все привычно. Вот они в Иерусалиме. Христос сказал взять здание, пятый день, там вечере, они собрались. Да? И помните, как ищет это здание? Управляет учеников, что он говорит? Пойдете к колодцу, увидите там человека, да, с кувшином. И пойдете вслед за ним, он вас проведет там и снимет. И звучит немножко странно. Ну а кого еще ожидаете увидеть? Можно кого? Тут два слова. Это перевод. Слово.